Всем привет, с вами Индумер, Heroes is Tales. Потихоньку добиваем его, наверное, уже третий эпизод в самом разгаре. Очень надеюсь, то, что все последующие уровни будут такими же, как предыдущие. То есть какие-то доработанные спидмапы или не спидмап, вовсе не важно. Главное, чтобы были крутые, красивые, классные уровни, которые были сделаны для того, чтобы этот Heroes Tales полностью оформить в виде мегавада. 22 уровень у нас сегодня, по-моему, сделал его Арчи. Поехали, поехали, поехали скорее смотреть, что же там будет. Прошлый уровень от Shadow Man прямо очень-очень впечатлил. 22 уровень называется Цитадель. На секунду меня переклинило. 19, по-моему, уровень в оригинальном втором думе как раз называется Цитадель. Поэтому я подумал, что просто Арчи не сменил название. 207 монстров, один из которых уже сдох, один секрет. И начинается очень-очень любопытно. Кстати, вообще довольно стильный мегават. Сам по себе довольно круто. Он стал разворачиваться именно... В третьем эпизоде вон сколько кокодемонов налетают, да ревенанты что-то стоят, мне даже драться с ними нечем. Вот я обратил внимание на эту кровь какую-то отдельно. Странно, что Арчи здесь немного поленился, кровь такими острыми углами здесь как-то осталось стекать. Это странно, можно было как-то закруглить, чтобы было выглядело более естественно, почему-то забил. Может быть, кстати, это как раз был спидмаппинг, кто знает, кто знает. К сожалению, мне неизвестно, что здесь в спидмаппинге, а что нет, поэтому приходится только гадать, догадываться. Сколько же как? Они уже здесь. Они уже реально здесь. Либо в этом уровне нужно было все делать очень-очень быстро, для того, чтобы как и тебя не зажали. Либо так было задумано. Бой с этими кокодемонами, которые вот так вот набегают в то здание, в котором лежит ССГ. Вполне может статься, что был именно так задуман самим Арчи. Ну что ж, не знаю, что получится у меня здесь. Брони у меня нет, как кокодемоны наплевывают хорошо. Я ж корпусом в сторону повелся, знаете, влево отклонился, как будто когда ты в гонку в какую-нибудь играешь. Так, кстати, плохой довольно сейф, как кокодемоны-то уже здесь. А что если мы не будем подниматься наверх и будем сражаться вот с тем, то что дадено тут? Ох, сколько же их там. Интересно, Арчи сильно рассердится, если я буду бегать под кокодемонами? Но думаю, что да. На самом деле, думаю, что рассердится неимоверно. Напишет мне в Дискорде, скажет, да как ты посмел в моем уровне под кокодемонами бегать? И, в общем, не сдобровать не будет, так что я, наверное, не буду этого делать. Как-то вроде получилось даже не пробежать ни под одним кокодемоном. Ой, какая гадкая эта история, смотрите, арчвайлы, пулеметчики, все здесь. Уровень такого, около городского типа какого-то, правда, довольно извращенного в плане того, что это адский город, и что в нем происходит совершенно непонятно, бегают арчвайлы, снуют. Очень сильно все это действие напоминает мне какой-нибудь Hell Reviewed или что-то вроде этого. Это реально адский город. Это реально он и есть. Цитадель, очевидно, смотрите, как странный какой столб. Так, ладно, я еще даже выжил, а где-нибудь аптечку-то можно найти? Город-то, кстати, не маленький еще к тому же. И всюду арчвайлы. Чудовищно. Чудовищно плохо. Ладно. Где меня там ревенант нашел? Бегал, пытался найти себе что-то в этой жизни, в этом мире, но... Не смог. Надо какую-то вырабатывать стратегию по поводу того, куда ломиться, куда соваться, куда бежать. Потому что, ну, иначе реально просто позажимают и ничего не сделать будет. Очень тяжело, конечно, с арчвайлами, которые бегают. Тяжело с пулеметчиками, которые стреляют. У меня ведь ничего нет, что можно им противопоставить. Поэтому приходится действовать вот таким вот образом. О, синяя бронька, она же лежала здесь все время. Но я отсюда уже не выскочу никак. Ладно, я думаю, не буду прикалываться. Начну этот уровень с самого начала. Буду действовать намного быстрее, потому что очевидно, как кокодемоны летят. И пока они летят, у меня есть время что-то здесь придумать. Вот не замикрил временем. Сейчас надо было сначала спустить лифт, потом брать ранец. Вот так вот, если я сделаю, просто уйду отсюда, найду себе синюю бронь и попытаюсь выскочить в окошко там наверху. Надеюсь, как кокодемоны еще не придут ко мне. По поводу трека. Мудрый Славиус сказал мне, что этот трек спустя годы, спустя огромные-огромные годы, сам Shadow Man использовал для Вадника 30 лет с Думом. 30 years with Doom. Для 20-й карты своей, которая была To the Shores of Hell. Славиус узнал эту музыку, которая играет здесь. Узнал ее по окончанию прошлого видоса, потому что, соответственно, я зашел сюда после прошлого уровня и заиграл вот эту музычку, и Славиус ее сразу опознал. Я, конечно, играл в тот самый уровень Shadow Man. Хотел сказать, как о демонах. Думаю, как о демонах, говорю о Shadow Man'ах. В общем,
Я играл в тот уровень, то The Shores of Hell, но там играла тогда музыка из первого Дума, потому что уровень находился в этапе тестинга, в этапе разработки, и, соответственно, музыку он еще тогда вот эту не поставил. Так что это я узнал только уж от самого Славиуса, то, что реально эта музыка там играет. И получается любопытно, несмотря на то, что этот уровень сделал Арчи, а не Shadow Man, Shadow Man спустя такое огромное количество лет, буквально через без малого сколько, без малого через 15 практически лет, взял эту музыку отсюда, с этого уровня. Хотя, может, и не с этого уровня, просто вспомнил о ней или впервые вообще услышал. Но сам факт, вот эту музыку из вот этого вада, которым он приложил руку так давно, которым он был лидером проекта, он взял и использовал для своего уровня в современности. Это реально прикольно. И спасибо Славиусу за такой инсайт, потому что я бы и не узнал, потому что, как я уже сказал, этот уровень проходил с другой музыкой. Вот это, конечно, бой с какодемонами. Немного пустовато на уровне. О, ну теперь-то, конечно, будет полно. Так, не бегать под какодемонами. Что угодно, только не бегать под какодемонами. Ох, разозлится, Арчи, ох, кричать будет, брониться, ругаться, вообще покоя мне не даст. При следующей встрече 100% скажет: а помнишь, как ты бегал под какодемонами у меня на карте? И мне нечего будет ему ответить, потому что я-то помню. Так, ладно, шутки в сторону. Нужно найти Rocket Launcher, судя по всему, который где-то тут приныкан. Да сколько же здесь Арчи-то, а? Патронов на Рокет очень много, а вот самого Рокета нет. Так, ладно, здесь все равно лежит Мега. Могу позволить себе получить тычку. А там еще и БФГ лежит, ну надо же, значит, будет еще эпичный огромный бой здесь. Это, видимо, какая-то пародия на Даунтаун. Сколько как? Два вопроса в одном. Реально, кажется, что это пародия на Даунтаун, втородумский, реально похоже на город, только на адский. И при этом нужно что-то бегать по зданиям, прыгать здесь, платформить даже немножечко. Очень-очень походит на это. Все еще нет у меня Рокета, а с ним бы было ух, как хорошо, но нету. Может быть, сюда надо спрыгнуть, там хеллнайты злые, тут еще синяя броня лежит. Вот, и ты постоянно бегаешь по этому уровню, бегаешь, 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 пытаешься отбрасываться от монстров, откидываться, и они все равно тебя настигают, нагоняют. Вот откуда эти арчвайлы вообще бегают? Представления просто не имею. Еще одного какодемона он мне воскресил, как будто тех мне было мало. Но в целом прикольно. Хорошо то, что ревенанты пока что не доставляют мне особых проблем, потому что стоят где-то там на верхотуре. Но в целом мне нравится подход вот с этими какодемонами. Бой с ними реально эпичный. Я уж не знаю, сколько их здесь на уровне поставил Арчи. Ну их реально много, и эти какодемоны, они намного больше бесят, чем вот эти же ревенанты. То есть эти какодемоны просто летают все время по уровню и постоянно тебя бесят, постоянно тебя раздражают, постоянно показывают, что они здесь есть, и тебе с этим нужно что-то делать. Это, конечно, очень жестоко, но в то же время и прикольно, потому что какодемоны реально напрягают. Вообще, в целом, уровень мне прям нравится. Реально нравится. Я, правда, не совсем понимаю его прогрессии, не понимаю, что я здесь делаю, когда и где. Вон он наш, откуда ударил меня. Здесь просто два уровня парад уже из арчвайлов, запиханных куда-то на верхотуру, с которыми игроку надо как-то разбираться, либо же просто от них бегать. Но был бы хотя бы Рокет. Ладно, пойдемте спрыгнем к Хеллнайтам, хотя как демоны зайдут и туда. Так, здесь красный ключ, а красный ключ выведет к БФГе. Чувствую, сколько гуро, как будто кривиткозавр наложил. Так, кажется, что мне не хватит патронов для того, чтобы разобраться с этими хеллами. Поэтому мне бы схватить бы ключик бы и бежать бы. Ключик схватить и бежать. И бежать, бежать как можно дальше, как можно более далеко. Хорошо. Необычная довольно музыка. Кстати, в этом ваде, в Heroes of Stealth, уже были уровни от Арчи. И я отмечал, что на них тоже нередко играет какая-то такая бодрая музыка. Такая странноватая даже до какой-то известной степени. Но реально бодрая. Я точно могу авторитетно заявить, то, что Арчи любитель бодрой музыки. Ой-ой-ой, сколько вас тут. То есть ему очень нравится, когда музыка такая бодренькая, такая активненькая, такая какая-то освежающая, летняя какая-то. О, вот бегать по головам еще хуже, чем пот. Ну ничего не мог поделать, я упал. Мне было дадено возможность упасть, я упал. Все, больше ничего не знаю. Так, ладно. Арчвайлом бой. Хорошо, все. Ладно, я, конечно, тычек наполучал, но это стоило того, что я убил арчвайла. Реально, уровень вот теперь намного даже больше похож на то, что действительно обычно делает кривиткозавр 3000. Открытые какие-то пространства.
Отовсюду на тебя выбегают мобы, причем мобы преимущественно сильные, всякие кибры и ревенанты, и все, кто только можно здесь есть, очень походит на это. И при этом уровень-то не такой уж и сложный, не такой уж и длинный, он не скажет, что хардкорный или слотерный. Он больше напрягающий тем, что тебе нужно здесь как-то выживать, как-то пытаться понять, куда бежать. Это что, выход? Нет, нет, Арчи, нет. Какой-то вообще ленивый уровень. Теперь я зато точно уверен в том, что это спидмапы. Вот прям гарантию даю. Так а в чем задача-то? Что есть цитадель на этом уровне? И где лежит Rocket Launcher? Один секрет, кстати, здесь есть на уровне. Я реально не могу понять. Что мне надо делать? Цитадель, очевидно, вот эта вот крутящаяся штука, что опять же отсылает нас к Map 29 Ascension из Hellbound. Или это просто цитадель имеется в виду нагромождение вот этих высоких-высоких строений? Может быть, может быть. Так, кибры там всех уже порешали, аптечку у меня, к сожалению, так и нет. Равно как и рокеты, может это спускает? Нет. Странный довольно уровень, при всех раскладах довольно странный. Прогрессия здесь прямо не то, что не очевидна, она супер непонятная, потому что куда, что делать, и вот он тем временем уже выход. Где мне взять рокет или что-то из этого, непонятно совершенно, но при этом выход мне уже доступен. Занятно, занятно. Или я должен с этих верхотур куда-то спрыгивать, может быть и так, может и так. При этом место, пространство для бега очень-очень большое, я могу бесконечно бегать от этих киберов, которые вообще никакой угрозы мне не представляют. При этом Арчи хочет, чтобы я без молслука все это разглядывал. Кибера что ли убили? Да хоть бы и так. Странный, реально странный уровень, но... О, а вот и рокет внезапно. Видимо, я его просто прошляпил, не увидел, не знаю. В любом случае, мне нравится этот уровень. Мне действительно нравится его задумка. Мне нравится вот этот вот заход адского города. И, соответственно, то, что здесь такие большие, высотные, высокие вот эти здания. В этом есть что-то прикольное, реально, что-то прикольное в этом есть. Хотя уровень, ну, прямо нарочито простой, прям чудовищно простой, проще некуда. В плане его построения, разумеется, а не геймплея, а не игрового экспириенса. Но в целом я даже не знаю, что от меня здесь-то еще и требуется. Наверное, все-таки ошибка была в том, чтобы давать игроку так быстро уйти на выход, потому что я вынужден здесь бегать и просто развлекать самого себя, самое себя. Потому что больше мне здесь делать как будто бы и нефиг вообще. Я могу уйти на выход, но как будто и не хочу. При этом Арчвалда, которого вот вообще никак не добить. Уж слишком высоко, зараза такая, сидит. Думга без малого слуга, конечно, вообще не боец. С такими монстрами, сидящими на таких высотах. А Тарчвайлу, конечно, пофигу, он меня сожжет откуда хочешь. Ладно, наверное, нужно почистить всех, кто здесь есть, потому что до Тарчвайла я реально просто не могу добраться. И, я не знаю, прикол, наверное, будет в том, чтобы сделать здесь 100% килл-каунтер, если мне это, конечно, вообще получится. Короче, я попытаюсь убить всех монстров, которые здесь лазят, мне мешают. Секрет, я вообще понятия не имею, где находится. Ну, это уровень реально про саморазвлечение. Не хочешь идти на выход по-быстрому? Ну, бегай, пытаясь что-то с монстрами здесь решить. Где же, интересный секрет? Он тут всего один, но где? То ли куда-то запрыгнуть надо, то ли что-то еще сделать. Ой. Very странный уровень. И несмотря на ни на что, мне он, тем не менее, все равно нравится. Даже на то, даже несмотря на то, что он странный по геймплею, по дизайну, по визуалу он реально прикольный. Он какой-то, знаете, такой какой-то, какой-то бомфовский. Если вы понимаете, о чем я. Какой-то вот такой вот оторванный, какой-то вот нигилистский, какой-то анархистский. Типа, а мне наплевать. Вот я еще и так могу, говорит Арчи и делает вот такое. Уж не знаю, что он хотел этим сказать. Но получилось прикольно, получилось реально занятно. Найти бы секрет, и раз уж БФГ у меня в руках, мне вдвойне озадачивает то, что может находиться в секрете. Что ж там может такого быть? Что ж он туда положил? Так, уйти отсюда я могу только через портал, что это было? Что это было?
Что меня ударило? Странно. И почему здесь только Гуро? КП совершенно нет. Нет, этот уровень хорош, но знаете, у меня есть почему-то такое ощущение, что... Все-таки, мне кажется, его следовало бы довести до ума, что ли. Вот этот уровень был бы вообще офигительный. Если бы реально его бы просто до ума довели, если бы реально доделали его до какой-то... До какого-то состояния... Ну, не такой вот бесшабашности вящей. Я не знаю, я не могу назвать этот уровень серьезным. Никак, у меня вот просто язык не поворачивается. Он просто раздолбайский какой-то этот уровень. Вот полностью, вот за что не схватись, он прям реально раздолбайский. Если бы его допилить как-то, что ли, до какого-то удобоваримого вида для тех, кто хочет серьезности, было бы, наверное... Было бы, наверное, получше. Но решили оставить как есть, пускай, что ж. Их выбор, их борьба. Так, ладно. Как же интересно попадать туда к ревенантам, у которых лежат аптечки. Что-то, очевидно, там есть. Карта вообще ни о чем не говорит, никаких секретов. Нифига ведь вообще. Ох, одного убил, другой меня добил. Да что ж такое? Ладно, кажется то, что я немного начинаю уставать от этого уровня, на самом деле, потому что само развлечение, это, конечно, здорово, но... Какая-то логика в этом должна быть. Вот как попасть к ревенантам бы хотя бы, узнать бы. Как вот эту штуку поднять? Спрыгивать сверху, что ли, надо? Допрыгну ли я? Наверное, нет. Может, с обратной стороны надо в этот портал зайти? О, фантастика. Еще этот аршвал на верхотуре прямо реально бесит. Вот это, да. Да, вот ты. Вот ты самый, ты меня бесишь. Ужасно. Да. Ладно, да я даже не могу просто попытаться сообразить, что мне здесь надо делать для того, чтобы что-то сделать. Как-то попасть к этим ревенантам. Вот не могу, потому что со всех сторон на меня мобы набрасываются. У меня еще и хп нифига нету. Да, интересно. Мне кажется, этот уровень можно заспидранить вообще. За одну минуту, буквально. Я, кстати, попробую это сделать. Арчи же у нас спидранер известный, именитый. Может быть, в этом задумка. О, убил сраного арчвайла, который так сильно меня душил. Молодец, Кибер, молодец. Честь тебе и хвала. Так, хорошо, ну допустим, допустим. Мне все еще интересно, как к ним попадать. Как? Вон там сколько всего интересного лежит. Вот это, кстати, наверное, и есть секрет. Ох. Да стопудово это и есть секрет. Так, давай, рубись там с этими. Допустим, Кибер еще один все еще жив. Мне пофиг, в принципе, на эти патроны, на эти аптечки. Здесь более чем достаточно на уровне всего лежит. Ну, просто интересно, как туда люди вообще попадают. Видно, что где-то, наверное, есть еще рубильник, который поднимает вот как раз ту точку, где стоит сейчас Кибер, и расстреливает меня. Кстати, музыка какими-то моментами, какими-то сэмплами реально как будто отдает Hell Revealed. И я даже не удивлюсь, если этот трек реально играет в каком-нибудь из уровней Hell Revealed, первого или второго. Реально, что-то вот такое в нем есть. Что-то вот из тех времен, из 90-х. Как же задолбали эти ревенанты, кто бы только знал, а? Вот тут я хуже всех перебил, они все попередохли, но они продолжают. Продолжают бесить, продолжают свои вот эти плюхи кидать. Да откуда? Ну твою ты мать, а? Ладно, пойдемте заниматься ревенантами. Раз им так надо, раз им так хочется, вот они жить не могут. Без того, чтобы не дристануть свой фаербол проклятый. К ним еще не подойдешь, нифига. А, это не дамажащий сектор, отлично, очень хорошо. Жить можно. В некоторых местах уровня, это, к слову, все-таки дамажащий сектор, а в некоторых нет. Ну что?
Да, с тех пор, как я отключил Маус-лук на канале, играть стало намного, конечно, местами тяжелее. Наверное, этого... так и задумано, этого, наверное, и хотели авторы, которые свои карты делали так или иначе с какой-то логикой. Но, конечно, чудовищно стало. Так, три Hell Knight, это все, что осталось? Все, я своего добился, я рад, я доволен. Как поднять этот секрет? Я не знаю. Да не уверен, что хочу особо знать. О, никакого секрета здесь не было, надо было просто бежать вокруг. Тогда где секрет, я тем более не знаю. Плазмоган, зачем он тут нужен? А в чем секрет? Я дико извиняюсь. В принципе, гипотетически можно допрыгнуть туда, и если зеленая броня будет секретом, это, конечно, будет прикол. Или нельзя? Сырно, где ты? Нет, короче, пофигу вообще. Я своего добился, что хотел в этом уровне я сделал. Все, достаточно на этом. Давайте посмотрим, за сколько мне получится заспидранить этот уровень, потому что это очень интересно. Я спидранер века, возьму на всякий случай синюю броню, потому что я видел, спидранеры так делают. Видимо, в этом есть смысл. Хотя, мне кажется, и без этого можно. Не, это фигня какая-то. Давайте без этого. Там, по-моему, на пути вообще никаких монстров особо нет, которые могут испортить мне день. Попробуем даже пацифистом заспидранить. Хотя нет, там арчвал будет, арчвал, который может мне подговнить нехило. А, красный ключ же еще, а красный ключ у Hell Knight'ов. Ну ладно, тогда не так просто, через Hell Knight'ов там хрен пробьешься, ладно. Пофигу тогда вообще. Следующий уровень будет вот такой вот. Не знаю, от кого не посмотрел, но тем интереснее. Ну что ж, это был уровень от Арчи. Неплохой, в принципе, уровень, но слишком какой-то безалаберный. Самый раздолбайский уровень из всего Мегавада, наверное, на мой взгляд, который я только видел. Он какой-то прям... Видно то, что в нем была задумка, в нем была логика, в нем была какая-то позиция, что-то он хотел показать. Но по факту как-то слишком уж на отвали это все было сделано. Можно было, мне кажется, немножечко удлинить хотя бы процесс, не сразу давать игроку выход, или засунуть его куда-то, чтобы его еще поискать надо было. А так, в принципе, ну, неплохо. Прикольный дизайн, никакущие практически бои, но, тем не менее, я получил фан от этого уровня, за что спасибо. Ссылка на плейлист Heroes и Stealth в описании под этим видео, там же ссылка на Discord канал и на Telegram канал. Оставляйте ваши комментарии, как вам понравился этот уровень Heroes и Stealth от Арчи. Спасибо за то, что посмотрели это видео, до встречи в следующих, пока.